Ну, мы сейчас можем прийти к тому, что кто лучше, да? Нет, никто, не, никто лучше. Магрит. Никто лучше. С кем проще общаться зрителю? С Хальсом, конечно. С Хальсом проще? Конечно. Замечательно. Вот на этом можем двинуться дальше. Я ведь вас не просто так пытаю и не просто пытаюсь показать свою образованность, судорожно вспоминая имена там художников, да? Речь идет о хорошо подготовленной провокации. Мне нравится жанр, в котором вы работаете. Мне нравится, я действительно этого не скрываю, ваши работы, в отличие от многих работ ваших коллег, подвязающихся в этом жанре. Не хочу называть фамилии, потому что жанр, несмотря на то, что он не модный, я вам буду потыкать это до конца программы, он, в общем, позволяет работы загонять, что называется, как раньше говорили, будьте нати. Так вот, поэтому я как бы изначально говорю, что к жанру отношусь очень хорошо, с любовью и симпатией. Объясните мне, пожалуйста, в какой момент вдруг художник Майкл Шеваль перестает работать в этом жанре и начинает писать потрясающие портреты? Вот у меня сложилось такое впечатление, что он пишет портреты, когда он уже обеспечил себя на ближайшие 4 года. Потому что работы, которые уже не модные, ушли за большие деньги. И он может себе позволить взять перо и начинать писать портреты, которые на своих альбомах и в своих сайтах где-то стыдливо располагает в самом конце. Ну вот, а еще я пишу портреты. Портреты, надо сказать, потрясающие. Но я понимаю, что они, наверное, еще менее модные, чем устаревший жанр сюрреализма. Извините, Миша, я все время вас подкалываю. Нет, очень хорошо. Я не делаю этого разделения. Миш, ну это другой жанр. Ваши портреты, как небо и земля, отличаются от вашей живописи. И по технике, и по восприятию, и по ощущению, и по накалу, по всему. Ну, раз нет? Ну, я вот об этом не думал. Честно говоря, для меня открытие, что есть такая разница. Во-первых, портрет — это как бы совершенно другая вещь. Это гораздо больше ответственности, потому что ты рисуешь живого человека, ты пишешь живого человека, эту картину тебе нужно сдать. В этом плане портрет, он более коммерческий, нежели другое. Другое дело, когда внутри себя ты можешь найти баланс между тем, чтобы понравиться, и между тем, чтобы настоять на своем, что я вот так хочу, это мой взгляд на этого человека. И я не буду это переделывать, если вы будете настаивать. Вот. И вообще в остальных моих работах я всегда искал вот эту вот золотую середину, очень тонкую-тонкую грань между коммерческим и, так сказать, высокохудожественным. 84-й год, говоря о портретах, потому что он у вас находится, эта работа находится в разделе «Портрет». Это коммерческая работа? И вообще, какое отношение это имеет к портрету? Вот 84-й, да, это какое-то впечатление, ощущение, практически графика. И это никакой не заказной портрет. Это не совершенно заказной очевидно. Был, да, да. Но это ближе было к иллюстрации, да. Это впечатление вот Орвелла. Да, это была иллюстрация, и совершенно некоммерческая, и я не собирался продавать это, да. Эти вещи по-разному складываются. Вещи, которые приходят тебе в голову, идеи, которые приходят тебе в голову, что ты должен их воплотить на холсте и в то же время это продать. Но прежде чем мысль о продаже в голову пришла, ты должен все сделать так, как внутри тебя. Не внешние действия с этой картиной. Потому что у меня часто спрашивают, а тебе не жалко продавать? Я говорю, нет, не жалко. Потому что когда я сделал этот холст, он мне уже не интересен. Мне интересен следующий. И следующие, те идеи, которые я еще не изобразил, те, которые идеи еще не вылились. Миш, где грань, где баланс между выражением и выплескиванием собственной души
и конъюнктурой. Я не верю в человека, занимающегося, неважно, музыкой, живописью, чем угодно. Если, конечно, человек не абсолютно не от мира сего, но вы не производите такое впечатление. Вы, на мой взгляд, абсолютно земной человек, хотя и живете в жанре Ионеско, Беккета и там кого угодно. И сделали это во многом своей профессией. Человек, нормальный человек, земной, он прекрасно понимает, что он работает, выплескивает свою душу, если это живопись, но при этом надо еще жить. То есть желательно, чтобы эти работы хорошо, нормально продавались. Эту грань вообще, Миша, художник в состоянии найти и определить, что вот это, но надо учитывать и это. Или это практически невозможно? Абсолютно возможно. Это сложно объяснить, как это делается, но это абсолютно возможно, это необходимо. Если художник хочет жить с того, что он продает свои работы, он должен эту грань обязательно найти. Микеланджело эту грань нашел, Рафаэль эту грань нашел, Веласкес эту грань нашел. А Шеваль? Поживем увидим. Не-не, я опять-таки, знаете, веду еще к следующей провокации. Меня поразило по хорошей наглости это ваше высказывание. Какому-то американскому журналисту сказанули, что Пикассо, я завидую его таланту. Но я думал, смотрите, есть еще художники, которые могут публично сказать, что завидуют таланту кого-то из мастеров старой школы. Но дальше Шеваль сказал следующее. Я завидую его таланту не писать картины. Я завидую его таланту продавать и подавать собственные работы. Вот такое нахальное заявление достаточно, нет? То есть вы считаете, что по таланту-то как бы оно все бы и нормально, но вот если бы еще уметь загонять картины, так как это делал Пикассо, то тогда все было бы в порядке. Да, там этому человеку действительно можно позавидовать. Его умению себя подавать, его умению рекламировать собственные работы. Далеко не каждый художник умеет так делать. Далеко. Вы считаете себя плохим коммерсантом? Ну, я вообще никакой в этом плане человек. Я никакой не коммерсант. У меня очень сложно было вообще общаться с клиентами поначалу. Когда у меня спрашивали цену, у меня язык где-то там прилипал во рту, я не мог ничего сказать. Это очень сложная работа была внутри, чтобы себя хотя бы немножко приблизить к этому, к этой роли. Но в определенном смысле сегодня это уже несколько иначе, я правильно понимаю? Сегодня выглядит иначе. Сегодня я уже немножко нашел внутри себя баланс. Если бы не жена, например, которая взяла на себя ту часть бизнеса, которую там связана с бухгалтерией, общение с клиентами, там, чеки и прочее, я бы, наверное, завалился. Миш, как складываются отношения с коллегами? Здесь, в Нью-Йорке, все хорошо, такой дружный цех, дружная семья, ходим, смотрим работы друг друга, восхищаемся, говорим, о, Миша, какая новая работа, вау, 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 и вы тоже, или все по-другому? Да по-разному бывает, бывает, что и в глаза восхищаются, за спиной зубоскалят, сплетничают. По-разному бывает. С американскими художниками очень теплые отношения, которые в близком жанре работают. Можно часами с ними говорить на разные темы, и художественные, и даже делимся иногда какими-то специальными приемами, всякими техниками и так далее. С иными не складываются никак отношения. Иные вы имеете в виду тоже выходцы из Советского Союза? И выходцы из Советского Союза тоже. Иногда не складывается, иногда складывается. Но вообще, если так глянуть на художественное общество, очень редко дружат художники между собой. Крайне редко.
Ну или в крайнем случае, как Гоген с...